Поехали. Прямо вот так вот две сразу. Черт. Ладно, надо палиться, наверное, уже. И даже это было место. Оно еще там на самом кончике. Ладно. А это угодно. Оп! Это я спугнул или люди? Мы сейчас или встретимся с кем-то, или нет. А, это не чел, это реально манекен. Я думал, что это зомби, который скрыт с балочкой. Так и подумал сразу. Обалдеть. Простите, ребята, я просто испугался. Ой-ой-ой, надеюсь, не очень громко. Сердце. Без шуток. Собака. Извините, надеюсь, вам не очень громко было. Тело, все тело в ауте. Ладно, давайте собирать патроны и валить отсюда. Ребят начали считать свои подписки. Интересно. Атмосферненько. Не то слово. Просто запредельно атмосферно. Давненько не было такой атмосферы. Вот прям чтоб... чтоб кирпич... Я прям кирпич вообще давно не откладывал.
Лежать. Блин, не хочу знать, что здесь сделали. Хотелось бы ворон спугнуть. Угу. Открыто, значит, здесь были. По умолчанию оно закрыто. Это же здесь. Кто-то под нами. И это огонь. А, это огонь. Так. А, нет, вот она нашлась. Ладно, может быть и открыто. Кувалды можно фигачить сильным ударом, то есть, в смысле, всем можно, но кувалды особенно забавно. А, уже здесь были. О, как вот как она, ребят, выглядит, когда здесь уже люди были. Я мрачные такие черепки. Ясно. Значит, это где? Это значит здесь. В могиле. Ой, стоп, у нас и коктейль молотова есть.
И вот как работает фонарь. Просто включается, он светло. Очень, очень здоровски сделанная штука. Надо идти. Стреляется где-то. Ты же графонистая игра все-таки, да? Много, целая толпа. Так, ладно. Паук. Блин, засесть бы там где-то сверху и подождать тех, кто будет идти. Но там нет дороги туда. Бы спрятаться надо было бы. Вот это... А можешь сюда вылезти? Да. Вот это нычка, друзья. Просто бомба. А, то есть если сидит, то плохо видно, если стоп. Ждем здесь тогда гостей. Ага, паука тащит. Что в спину не зашли. Б.
блин, паучок, ну давай ты сюда забежал бы, я бы помог. А, так и есть, он сейчас, кажется, сюда и забежал, блин, надо быть. Сюда иди, да? Варюга мохнатая! А, готов. Блин, близко так, бойцы. Нельзя тормозить. Только бы нас на этой прострели не втащили, все будет нормально. Отстаньте, отстаньте. Выходим. Главное, чтобы меня не преследовали сейчас.
И не нарваться еще бы неплохо было на собак. Появилась ниоткуда. Как и радует, что здесь нет никаких аллигаторов там и прочей нечисти. Мне послышалось? Выстрелы? Плохо. Выстрелы — это плохо, ребята. Это далеко. Ну что, надеюсь, вынесли. О, просто. Что-то вас тут так много. Шикарно. Давайте посмотрим, что нам дадут в награду. Ох, просто шикарно. Опыт. Сколько? 6, 10, 14, нормально. Хайф 1, я особо их не... 2 арморда, когда их там спать? Ну ладно, где-то... Хантерсов, 3 хантера опять. Замечательно, друзья, 2200, то есть 11 уровень сейчас у нас будет. Офигеть. А, нет, уже мне уже требуется 300 на уровень, тогда не хватит. А нет, хватит, да. Хватило на 11-й. Прекрасно. Прекрасно. Еще 100 денег. Итак, у нас несколько хантов уже неплохо так вкачаны. Давайте мы купим ему большую плашку здоровья.